Эзра! Я понимаю, ты считаешь, что это твой долг, но... Это мое предназначение. Есть другой путь. Другой путь есть всегда. Я не отпущу тебя. Хорошо. Если это не выход, то в чем он? Давай посмотрим, с чем дело имеем. Заряди пушку купола. Мы сотрем с неба Трауна. Тише. Наши турболазеры не страшны звездному разрушителю. Даже если так, и мы сотрем его с неба, мы же не хотим, чтобы он рухнул на город. Неужели вы думаете, что это хороший план? В последний раз. Гера. Сюда. Воспользуемся базовой схемой, если хотим найти способ поднять щит. Надо спуститься сюда и взять под контроль модули питания. А как нам разойтись с имперцами запертыми вместе с нами? Верхние казарменные уровни. Проскочим в штабных турболифтах. Итак, наш план — поднять щит и провернуть это раньше, чем Траун потеряет терпение. Трауна надо как-то отвлечь. Эзра? Надо остановить его! Эзра, не делай этого! Гера, придется довериться ему. Лучшая наша помощь — это поднятый щит. И когда Эзра сделает свой ход, мы будем готовы. Учитывая, что турбинный зал под строгой охраной, нужны две команды, которые ударят с разных сторон, если хотим захватить оба модуля питания. Конечно, если ты согласна. Это хороший план. Наш лучший шанс.